Чтобы ваша мама выжила, нужно 60 жизней. Что? 60? Почему не одна? Очень серьезные повреждения организма, Бет, Бетти. Мама, тебе не нужно говорить, ты и так на грани. Не смей отдавать свои жизни. У тебя всего 61. Но у меня останется еще одна, как и у всех нормальных людей, и все будет хорошо. Нет, не нужно этого делать, не надо. Мам, мама! Время на исходе. Мама, ты очнулась? Бет, я ведь говорила не делать этого. Ты ведь моя мама, как я могла не спасти тебя? Тем более я не отдала свою последнюю жизнь. Теперь у нас с тобой обеих по одной. Спасибо. Привет, Сара. Привет. О боже, почему у тебя одна жизнь? Так получилось. Пришлось отдать 60 для спасения мамы. А почему 60, а не одну? Я сама не знаю. Ужас. Не волнуйся, я не стану просить вернуть мои 20. Я уже дала их твоему парню. Сама разберусь со своими проблемами. Я бы и не смогла вернуть. Их уже нет. Что? Мы с ним расстались. Оказалось, что он играл все это время и постоянно ставил жизни и проигрывал. Он проиграл эти 20 жизней. Ай! Бет, что с тобой? Ужасно, живот заболел. Я сама не понимаю. Это может быть опасно. Тебе срочно нужно найти хотя бы еще одну жизнь на всякий случай. Ты права. Знаешь, я давала своему брату 10. Может, он мне одну назад отдаст. Брэндон, ты где? Привет. Мам, а где... Стой, почему у тебя 59 жизней? Не знаю, думаю, одна смогла меня вылечить, поэтому другие начислились на мой счет. Это просто отлично. Мам, у меня ужасно болит живот весь день, я очень переживаю. Можешь вернуть мне хотя бы половину моих жизней? Нет, эти жизни мне нужны. Я их тебе не верну. Что?